Это той Фредди, скорее всего. Молодец, молодец! И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, давно у нас не было рубрики «Угадай аниматроника по части тела». Сережка, скажи веселые слова. Всем приветики! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угадывать. Ребята, вы угадываете вместе с Сережкой, ставьте тайм-код и угадывайте аниматроника. И самые первые, кто угадает аниматроника, попадут в топ-комментарии. Так, ну что, Серега, кто у нас первый? Так, думай, воняют очень хорошо. Ноги воняют немытые. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Твой ответ Twisted Bonnie. Да. Угадал. Хорошо, давай дальше. Ребята, надеюсь, вы тоже угадали. Серега, не подходи близко, ты сможешь полить их. Смотри, нюхай только ноги. Твистед, тоже вон по пупырышкам видит. Да, ты палишь, ты видишь, оно как-то понятно. Для начала я сделал легкие, ну а потом уже идут сложные. Твистед Фредди. Угадал. Молодец. Дальше. Блин, это с вот этого... Только ты на меню Q не чекай, вот так прям с головы все говори. Я думаю, не бойся. Вот. Конечно, я очень боюсь, очень. Это? Блин, я сейчас... Я не помню точное название этих аниматроников. Ну и так специально я сделал, чтобы ты не знал их. Я понял. Я понял, что ты специально сделал. Ну-ка, порассматривай хорошо эти ласты. Так, аккумулятор, лапы какие-то здоровые, ноги вонючие, как всегда. Ребята, а вы напишите в комментах, кто же это? Это? Это Фрогит. Милодец. Дальше. Так у них же ноги похожи, как ты угадал? А, ну, ты его перекрасил, у него у самого по себе зеленый цвет. Я проверял, видишь, тоже заметил. Хорошо. Хорошо. Кто это у нас? Пока мистер Серега еще ни разу не ошибся. Ну, господи, трех аниматроников угадал, а тут миллиарды еще. Его 28. А. Кто это? Я тебя понял. Так, это... Не подглядывай под яй... Ой, это между ног не смотри. Яйца. Это? Так, это слоненок этот. Блин. Я забыл, как его зовут. Это? Это слон. Это не слон, Серега, ты не угадал. Это мочи меня, давай. Не-не-не, не без смертей будем сегодня. Все так будет, на интерес. Серега одного аниматроника не угадал, и это очень хорошо. Мне это радует, что Серега все-таки не сможет угадать всех. Это кто у нас? Так. Ноги похожи у них. В принципе, у всех ноги вообще одинаковые. Но перекрашены. Сложнее будет намного угадать. Так, ну-ка. Нога. Так, ну что это за аниматроник? Ну давай, угадывай, быстро. Ну я думаю, это может быть жопа с ручкой. Хотя не, вряд ли это жопа с ручкой. Это колобучка какая-то. Давай, 5 секунд. Может, не название, а на кого он похож? Тоже засчитается. Может, на... Такого не знаю. На слона? Нет. Тоже не угадал. Серега уже двоих не угадал. Отлично, отлично. Следующий. Ты теперь что, будешь всех слонами называть? Не-не, Серега, вот ты пропустил. Я смотрю. А, ты издалека. Различия, да. Ну-ка. Опять скажешь сейчас слон, да? Я угарнул. Бобер. И это? Это... Ну, Димка, я не знаю. Не знаешь. Ну, хоть что-то скажи, чтобы какой-то хоть ответ был. Ну, колобака какая-то. И это не колобака. Это... А кто это такой у нас? Слон. Да, слон. Это был слоник. Хорошо, Серега. Ну, а что ж ты хотел? Давайте мы их поперекрашиваем всех, чтобы вы уже знали, кто где кто. А, это оригинальный цвет. Так вот, Серега пока думает,
Кто-то у нас. Кто, Серега, это у нас? Не знаю. Слон, что ли, опять? Опять слон? Да нет, я уже два раза слона не ставил. Это разные ноги, притом у них. Я прикалываюсь. Это? Ну, это видно, что не слон, у него нога более такая тонкая. Это может быть какой-то другой аниматроник, может быть бобер какой-то. Бобер твой ответ? Ну таких-то аниматроников нет, бобров. У тебя есть за всю серию три подсказки. То есть я могу три раза показать реальный цвет аниматроника, когда ты будешь сильно сомневаться. Блин, я не уверен, конечно же, кто это. Ну и знать не знаю, кто это. Используешь подсказку? Нет, для такого аниматроника вряд ли. Лучше уж приму это, ну знаешь, это поражение. Да, поражение. Вот я не знаю, кто это. Давай. А вот так? Ага. Уткины ноги красные. Все равно, да, не знаешь, кто это? Нет, трудно на самом деле понять. А, так это свинья! Я специально так сделал, что вообще тяжело угадать. Это кто у нас? Так. Так вот здесь сложно угадывать. Прям сложная серия у нас сегодня. Серегу запутал. Сейчас будет немножко простые, ты угадаешь, кто. Потому что это я уже знаю, кто. Прям даже, ну, любой угадает. Но сначала этого. Кто это? Это той аниматроник какой-нибудь. А вот так вот. Той Фредди. Да. Угадал. Ну ладно, цвет показал, то поэтому ты и понял. Так бы ты не угадал. Не, я по ногам понял уже. Ой, кто это? Да я знаю. Так. Хорошо, это кто? Так. Ноги интересные у него. Ну тут понятно. Ой. Ой, Серега, не надо. Удали, я случайно. Вот это ты мочишь. Сейчас, ребята, бы у нас все зациклилось бы в одну сторону, был бы цирк. Это? Так, это... Ну это легко. Эндоскелет. Это Фокси, да? Фокси. Fucking shit. Че, он черный? Ну ладно. Это у него ноги такие грязные. Это кто? Так, погоди. Я сравню ноги. Да, давай. Ноги воняют, как и эти. Это может быть той Бонни? Твой ответ той Бонни, да? Да. А, нет. Это Синди. Кэнди. Это? Вот это я уже не ошиблюсь. Это либо Кэт, либо Рад. Кто это? Я думаю, это Кэт. Твой ответ Кэт. Ребята, да. А вы напишите в комментариях, кто вы думаете это. Это Рад. Это... Серега, вообще сегодня совсем плохо. Ребята, а в конце ролика обязательно напишите, сколько Серега угадал, а сколько не угадал, потому что я уже сбился с счета. Кто это? Фредди. Ой, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Тихо. Это кучеряшка Бонни. Нет. А, да. Да, это Бонни. Угадал. Дальше. Ну, нога такая... Говняная, я понял, ты хотел сказать. Говнищем пахнет, так что я думаю, это Фредди. Молодец, Серега, угадал. А вот это ты уже не угадаешь. Ну, Фокси. Да, Фокси, скорее всего. Угадал, это легкие сейчас тут были. Это специально тебе легкие мы даем. А это ты уже не угадаешь. Это той Фредди, скорее всего. Молодец. Пошли дальше, пошли сложное. Ага. Это так, давай это труп не телепай между ног там себе. Это ты сейчас еще увидишь. Это Найтмэр какой-то, скорее всего. Какой? Или Спрингтрап. Так, либо Спрингтрап, либо Найтмэр. Ну? Это? Это... Спрингтрапушка, думаю. Ой. Да. Ну ладно, даже мне было бы сложно угадать, я забыл уже, кто это. Дальше. Вонючая нога висит в воздухе, и это уже Найтмэр аниматроник пошел. Найтмэр. Нет, это не Найтмэр. А кто это? Это Спринг Бонни с поломанной, по-моему. Да, скорее всего. Спринг Бонни поломанный.
А нет. Не угадал, Чика. Жирная твоя ляха, Чика. Давай дальше. Это легко. Это Бонни. Точно? Это, да, Бонька. Молодец, молодец. Это... Прикольчиком один, у нас. Это тоже Бонни, да? Да? Да. А вот и нет. Ребята, мы специально запутали Серегу Максима. Ну это легко сейчас. Вот это дальше легкие сейчас пойдут. Это вонючий Фредди. Коричневый. Молодец. Дальше. Это Nightmare... Нет, погоди. Я сегодня все специально покрасил в синий цвет, чтобы прям сложно было. Потому что синий цвет самый обманчивый, кстати. Это... Погоди, нога у него какая? Ага. Так, нет, у них похоже. Одинаковая. Похоже. Вот одинаковая. Точно? Да. Точно? Так. Ты ожидаешь, что может прикольчик быть? Ну, думаю, воспользуюсь шансом подсказку. Ага. Это Old Bonnie. Из ФНАФа 2. Угадал. Разве... О, да, Олд. Ладно, ладно, ладно. Дальше. Это легко. Ну, это прям вообще изично. Nightmare Chica. Молодец. Так. Предпоследний. Провода торчат из ноги. Так. Пятка грязная. Вонючая. Я думаю, это? Что... Думаю, тут тоже подсказкой воспользуюсь последней. Это Golden Freddy из FNAF 2. Разве Golden Freddy? А, ну да. Я хотел думать, что у него этот... ну да. Поламатый. Хотел сказать. Это? Нога торчит, как будто дай пятюню, я ей даю пятюню. Все, подсказки не будешь использовать, давай так угадай. Последний аниматроник, ребята, в этой серии. Ну, я думаю, это, скорее всего, Фокси из FNAF 2. Молодец. Ребята, не забываем написать в комментариях, сколько Серега угадал, а сколько не угадал. И по комментариям мы уже выясним, кто выиграл, я или Серега. Но если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на ТикТок и Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай. Правильно. Ого, стекла вылетели. Это было жестко. Delicious.